Да, у нас тут в Москве небольшой ураган был. Это понятно не по этому дереву, а по вот этому, блин, новому степдауну. Это вон туда. Я, по-моему, случайно на Rampage переехал. Это как? Это вообще, блин, что? Но GoPro, скорее всего, не передается, конечно. По чистому пролету от вылета до приземы она может как и бегать. Но она гораздо стремнее, потому что это, блин, степдаун. Тут пролет вниз, метров, наверное, 5-6. Видно, какой мой байк внизу там маленький. Это ж роудгэп. Хороший олдскульный роудгэп. Пивка, блин! Итак, сегодня происходит дикая вакханалия. Вчера ребята, Петя Винокуров и Илья Суражевский, накопали вот тот вылет, который вы все видели в группе Roll All Day. Вот. И мы не стали тянуть время и решили запилить, скажем так, свою версию этого вылета. Вот такой будет пролет. И огромный призем. Огромный большой длинный призем. Вон туда куда-то. Это вот все будет, короче, приземом. Да, на том же самом склоне, это будет тот же самый гэп. Только на больших ходах и с меньшим пролетом, скажем так. Кинь что-нибудь оттуда, чтобы было видно. Я не знаю, а что кинуть-то? Ну, вот кусок земли стою. Какой-нибудь. Вот себя я кинь. Я примерно стою на вылете. Ебой! То, что делает Петя, это невероятные, конечно, какие-то вещи. Мы, честно говоря, к такому не готовы. Вот, это будет более прямая траектория. Пока не готово. Пролет будет такой же, возвышение, падение, то есть будет поменьше, и призем будет там огромный, 9 метров, то есть можно будет прям на всех ходах пулять вот куда угодно, там везде будет призем. То есть, типа мы делаем Петину версию, но для всех, как мы любим, для вас. Я не знаю, как тут для всех. Она же будет больше Бегера, да? По-моему, меньше. Не знаю. Рулеткой надо мерить. Не, мне кажется, она чуть больше, чем дроп перед горем. Разгоночный. Нет. Точно нет. Она чуть больше, чем дроп, мне кажется. Тот тоже имеет место быть, но для самых отчаянных. Да. Каковыми мы не являемся. Когда вот это с закрытыми глазами и суисайдом уже летаешь, ну, то можно и тот. Да, наверное, скорее всего. Нет, там сложность в том, что нужно посадить в очень короткий призем. И если ты не долетаешь, то ты попадаешь с 7 метров на плоскач. Давай. Ебать, вот тут, блядь, картошку сажать будет. Нормально, да, раздали? Тебе нра? Все уже закрыто, здесь нет щелей. Да эстетично. Вот тут лежать. Хорошо. Сейчас вылет поднимется, вот эта часть, она как визуально уйдет. Она опустится, блядь, у тебя будет вылет. У тебя будет, как ты хотел, немножко прогиб. Давай. Прогиб тебя, потом так, на вас! Вот в чем отличие настоящих фрирайдеров от ненастоящих. Настоящие фрирайдеры не пасуют перед трудностями вообще никогда. Дождь, грязь, снег, вейперы, гироскутер, без разницы. Мы готовы ко всему. Эй, Вася! Все, кончилось, погнали копать. Все, дождь кончился, пошли. А, ну обратно в укрытие. Мы это строим просто так. Чтоб типа... для хайпа в интернете. Хайп сейчас актуален, типа.